Гипертонию многие называют тихим убийцей. Ежегодно это заболевание уносит жизни 10 миллионов человек. Часто, никак не проявляя себя, кроме разве что повышенного артериального давления, оно поражает жизненно важные органы – сердце, мозг, сосуды и почки. Сердечно-сосудистые патологии давно и прочно занимают первое место среди причин смерти во всем мире. Без комплексного качественного лечения они часто приводят к развитию инсультов и инфарктов, повышают риск сердечной недостаточности даже в молодом возрасте. На 80% успех зависит от самого пациента. Вот. И современные обстоятельства, современные условия требуют, чтобы пациент владел минимальными базовыми знаниями о том заболевании, которым он болеет. Помощь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в Видновской взрослой поликлинике открыла свои двери кардиошкола. Здесь можно узнать, как правильно измерять артериальное давление, принимать лекарства, следить за важными показателями и не допустить развития осложнений. Сначала идет теоретическая часть. Там у нас есть определенные лекции на самые такие актуальные темы. А дальше уже практические занятия, скажем. То есть они учатся, как правильно измерять. Я задаю вопросы, как правило, проверяю в дневнике. Лечение сердечно-сосудистых патологий – это комплексный подход, а не просто прием таблеток. Правильное питание, здоровый образ жизни, мыслительная и двигательная активность, режим сна и бодрствования. Соблюдение всех этих правил – 80% успеха. Дневник узнала, что надо вести, оказывается, постоянно, потому что бывает повышенное давление. Я этого не знала, конечно, что надо. Теперь буду знать, как правильно питаться, узнала, что больше двигаться надо. Угу. Да, все советы доктора я буду применять. На занятиях в кардиошколу может попасть любой желающий. Достаточно обратиться к своему лечащему врачу. Лекции проходят 2 раза в неделю. Также во взрослой поликлинике функционирует школа диабета. В скором времени откроются ревмошкола, гастрошкола и пульмошкола. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.